Йоу, чё творим, бро, меня зовут Сергионис. И бро, просто сразу же бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь придет время, и Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Поэтому дело твое, или подписываться на канал, чтобы вступить в мою крутую банду, либо быть под нами. И бро, собственно, зачем я снимаю это видео? Меня просто жестко киданули. У одной из моих подруг скоро день рождения, и она просто без ума от всех этих кукол. Я решил, почему бы ей не подарить на день рождения куклу? Вот эту, которую сейчас видите на своих экранах. Но там не все так гладко, она была слишком дешевая. Как бы для такой куклы это была вообще не цена. И я подумал, что, блин, сэкономлю, будет круто. Но я даже не подозревала, что я вляпаюсь, потому что мне прислали просто полнейшее говно. Во-первых, она запечатана вот этой вот коробке. Как бы, ладно, окей, возможно, там еще одна коробка, где запечатана сама кукла, потому что доставляли мне ее по почте. Но когда я ее открыл, я был, честно говоря, в шоке. Окей, давайте-ка откроем эту коробку и посмотрим, что там в середине. Честно говоря, результат вас очень сильно удивит, потому что вместо этого мы получили... говно. Вот эта кукла. Вот она. Она выглядит жутко, блин, но вы сейчас еще с меня удивитесь. Вчера, когда я открыл куклу, наручники были на руках, и они были полностью застегнуты. Как бы, ладно, если бы они просто спали. Но открытый наручник? Что? Как бы, вот этого вот я вообще не ожидал. Ладно, окей, возможно, наручники это просто бракованная вещь, которая спала, но... Единственное, что меня еще тревожит, то, что у нее руки были в наручниках. Руки куклы были в наручниках. Это просто сверх чего-то. А сейчас эти наручники сняты. Вот она, вот эта вот кукла. И как видите, она вообще не такая, которая была на картинке. Естественно, меня это смутило. И я решил написать продавцу этой куклы, чтобы узнать. Чувак, в чем проблема? Почему мне прислали это, а не то, что было на картинке? Но контакт был удален. Когда я набрал этот номер, мне сказали, этого номера не существует и никогда не существовало. Я не знаю, но скорее всего, что меня просто жестко киданули. Но это очень странно, с этой куклой что-то не так. И именно поэтому я снимаю это видео, и внизу в описании я оставлю ссылки на магазин, чтобы вы им заспамили все, что... Почему вы прислали эту голимую куклу, почему вы кинули на деньги Сергиониса? Потому что это явно не та кукла! В общем-то, бро, на этом все, с вами был Сергионис, ссылки в описании, заходите, пишите им, спамьте, верните Сергионису деньги или еще что-то. На этом все, бро, пока! Да не, она не может быть жива, чтобы снять наручники. Бро, я только что пришел из прогулки и... Я не верю в это. То, что я увидел... Я, блин, в ступоре стоял 5 минут, я не знал, что сделать, я не знал, что сказать. Это... У меня просто нету слов. Вы сами в это посмотрите. Которые были дома. Два ножа, которые были дома. И наручники снизу. Вот я просто в шоке. Я... У нее в руках нож. Один рядом. Фух. Послышалось. Бро, сказать, что я в шоке? Я просто в шоке. Я не знаю. Почему мне так везет на это все? Ладно, окей, я думаю, это того не стоит, поэтому лучше сразу вывести эту куклу куда-то на какую-то мусорку, выкинуть ее и даже не вспоминать о ней. Я думаю, это единственное самое правильное решение. А так-то я просто в шоке. Вы только представьте, у меня дома кукла-убийца, которую нужно быстрее выбросить. Я просто в это не верю.
Как все это происходит? Я не знаю. Я только раньше слышал, что есть какая-то кукла Аннабель. Так, и ладно, это не может быть Аннабель. Она точно не даже не на этом материке. Ладно, ее просто нужно выбросить, поэтому... Сейчас мы ее быстрее заберем и пойдем уже куда-то за 1000 километров отсюда найдем какую-то мусорку и просто ее выбросим, потому что я не собираюсь снимать на этом какие-то видео и... Суприм Банда, по-моему, она поменяла свое... Разве она так держала свой нож? Точнее, мой нож, который был у меня на кухне. И, по-моему, этой желтой штуки не было. Она... Так, нет, все. Мы все забираем отсюда. Извини, куколка, но твое время уже прошло. Она хоть и снежная. Теперь я, кажется, понял, для чего у нее наручники. Все, коробка готова. Теперь мы ее куда-то точно должны вывезти. Окей. Я уехал где-то за 1000 километров от того места, где я живу. Здесь какая-то мусорка, куча всякого барахла. Окей, я беру куклу и оставляю где-то здесь. Думаю, здесь она точно никому не причинит вред. Поэтому самое место ее здесь. Здесь просто жесть воняет. Здесь всякие насекомые, змеи. Фу, я не знаю, как сюда вообще можно было приехать. Ладно, увидимся дома. Фу, я так рад, что все так быстро закончилось, потому что я даже как-то непривычно, что все так быстро кончилось, но я очень рад, что с этой куклой реально все быстро кончилось, потому что это было реально ужасно, эти ножи, которые были около нее, даже у нее в руках. Можно, в принципе, было списать то, что это кто-то поприкалывался, потому что меня не было несколько часов дома, но когда я вернулся, здесь никого не было, а... Потом появилась та странная, очень острая штука. Ну, в общем-то, я очень рад, что все закончилось. И это лучшее, что происходило со мной в... Это волосы той куклы, которую я... час назад выбросил на мусорке, свалке. Но факт в том, что когда я посмотрел в коробку, волосы были на месте. А теперь они здесь. Походу, это еще не конец. Это только начало. Короче, у меня просто нету слов, я не знаю, что сказать. Я в таком шоке, что... Я не могу подобрать даже слово. Давайте просто закончим это видео. На этом все, просто буду Сергионис. Поставь лайк под видео, ведь тебе это всего-то 2 секунды. А мне очень приятно. И знаешь, я подожду, пока ты поставишь лайк, реально. Потому что ты должен поставить лайк, и я подожду. Я 10 секунд буду стоять ждать, пока ты поставишь лайк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я надеюсь, ты уже поставил лайк. Если мы на это видео наберем 2000 лайков, то я отправлюсь за одну мусорку, посмотрю, ли там еще лежит эта кукла. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, ведь там выходят очень страшные фотографии. И, кстати, там выходят анонсы к видео. Даже с этой куклой будут анонсы. Так что подписывайся на инстаграм. Прямо сейчас я зайду в директ и буду отвечать вам по поводу этой куклы. Буду читать, что вы думаете об этом, и буду отвечать вам. Поэтому скорее переходи ко мне в инстаграм и пиши мне в директ, что ты сам думаешь по поводу этой куклы. Что это и кто это. И бро, пока не забыл, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь придет время, Суприм Банда будет над всеми. Это лучшая банда в мире. Кто не с нами, тот под нами. И да, бро, я не забыл. Вот коммент из-под прошлого видео.
Господи, ты вглядись, какие они шикарные! Они просто идеальные! И, бро, не расстраивайся, чё ты сразу расстраиваешься? Ты тоже можешь попасть в следующее видео. Всего то, что тебе стоит, это нажать на лайк, колокольчик и написать комментарий. И если твой коммент будет без никаких комментов, так ты попадаешь в следующее видео. Вот такой вот просит кибелит ко мне видео. Ты, наверное, спросишь, зачем мне ставить лайк и жать на колокольчик? Потому что я проверю. У меня есть программа, которая позволяет проверить, где ты нажал на лайк и колокольчик. Лайк, колокольчик и пиши коммент. И, естественно, под твоим комментом не будет никаких комментов. И ты попадаешь в следующее видео. Простенький билет. Вот просто вот это вот сделай, и ты уже в следующем видео. Как видишь, ребята попали, поэтому они крутые. На этом все, бро. Смотри прошлое видео. И, бро, оставайся таким же шикарным. Пока!